хочу. Боюсь. Укол это я бедняка. Поэтому так поделать. Приехала как-то чуть-чуть в поликлинику. По направлению Ялтинского дождя. Записала меня сердцепрыгные страхи. Это не за все. Хочу. Трассу расширяют. Проехали Гурзуф, но еще до Алушты не доехали. Старый Крыл, кафе. Выехала я в 7:30. Приеду только в 10. Лишь бы успеть к врачу. Там до 11. И Парисная. Еще очень долго ехать. Вообще от Ялты до Симферополя 2.5 часа. Я понять не могу, почему не сделать высокоскоростную электричку. Вообще не понимаю. От Симферополя до Ялты, до Севастополя. Я ездила в Англии на таких электричках. Просто обалденные. Летишь просто в них. Они совершенно бесшумные. А мы как... В старое советское время 2.5 часа едем. Я люблю, конечно, троллейбусы. Можно обозревать все, что вокруг тебя. Но очень долго. И до Севастополя так и не протянули троллейбусную трассу. Поговорили, и все. Какие некрасивые дома. Ужас. Стенку сделали опорную. Была раньше из камней, сейчас же бетонная. Вот такая была еще с советских времен. Сейчас железобетонную ставят. Да, из камней, конечно, наверное, дольше делать. А сейчас вот какие стенки делают. А старую разбирают, наверное, куда-то увозят. Видите, кипарисы все спилили, кошмары. Они вдоль дороги были посажены. Дорогу расширяют. И кипарисы несчастные спилили. Вот здесь вот не спилили. Там спилили, жалко. Делать нечего, лишь бы посадили бы, но ведь не посадят. Тут тоже столько повыпиливали кипарисов. Ужас. Ужас.
Старые стены. Новые стены. Бетонируют. Заливают, видимо. Тут же заливают. Не привозят откуда-то, а тут заливают. Вдоль дороги все высажены кипарисы. Ну, это красиво, конечно. Тут все повырубали. Видите, сколько деревьев вырубили? Зачем, не знаю. Наверное, строить что-то будет. Да, вроде Калужки подъезжаем. Да, Лужки. Да. Четвертак. Пересадили на другой троллейбус, потому что наш троллейбус изломался. Но, правда, мы ждали недолго, может, минуты 3, может, 4-5. Я, конечно, боюсь опоздать в поликлинику до 11. Врач принимает, надеюсь, что успею. Уже доехали до Перевального. Уже не так далеко до Симферополя. И здесь настоящая зима со снегом. Так что не зря я по-зимнему оделась. Вот уже все, подъезжаем. Вот я нахожусь в поликлинике больницы Семашко. Вы знаете, час дня. Я в 6 утра поела, и до часа я голодная. Приехала я после 10, ну, может, 10:30. Мне Кремницрах сказал, что с 8 до 11 в порядке живой очереди. А оказывается, меня записали на 9 часов. И я, видимо, приехала, если действительно 9 часов записали, я приехала, видимо, не вовремя. Но мне об этом не сказали, что на 9 записали. И меня последнюю приняли. Это ужас. Это я раз, два, два с половиной часа я высидела. Это кошмар. У меня даже давление повысилось. Это кошмар. Ну, она на территории больницы Семашко находится, эта поликлиника. Наконец-то я выхожу из поликлиники. Ну, очень долго, конечно, мне ждать пришлось. Если я приехала в 10:30, а в час только меня обслужили. Ужас. Так, это больница Семашко. Поликлиника. Молодуев, Забровский, Царенко. Лесницкая. Также здесь оперировал Воина Ясенецкий.
Захаров. Правильно делают, что фамилии увековечивают, потому что врачи, конечно, этого достойны. Хорошо, что здесь эта больница расположена по пути троллейбуса, по маршруту троллейбуса. Ой, как я люблю Симферополь. Да вообще я люблю весь Крым. Куда ни приедешь, все такое родное кажется. Не знаю. Но я с детства, конечно, сюда ездила. Может, поэтому и воспоминания всегда хорошие о Крыме были. Вот здесь вот был русский центр, вот в этом здании при Украине. Так. Вот это территория больницы. Старой больницы. Сейчас есть еще новый корпус. Где-то далеко, я там еще не была. Ну, не дай бог, конечно, туда и вообще. Лучше, конечно, пореже по больницам ездить и ходить. Но я еще записалась к гематологу. Пивоваренка. Так. Свергуненко. Профессора. Ну, здесь же медицинская академия есть. И вот эти врачи, они еще... Захаров. Хирург. Эти врачи еще и преподают в медицинской академии. Ну, в общем-то, у нас же советская осталась медицина, слава богу. И называется это больница имени Семашко. Семашко – это министр здравоохранения, первый советский. И вот он и создал нашу советскую медицину. Лучшая в мире была. Ну, сейчас трудно сказать, но пока еще неплохая. Правда, у нас вот в Ялте уже ФМБА вместо Минздрава, поэтому трудно нам оценить это ФМБА. Лучше вообще помолчать. Я в эту больницу приезжала, когда здесь лежал Валентин Чебан. Я к нему пару раз приезжала. Я уже не помню, в каком он лежал отделении. При Украине я выходила за него замуж. Так хотела получить украинский паспорт, что вышла замуж за украинца. Правда, об этом мало кто знает. Вот. Он еще при Украине, по-моему, лежал. Да. Что-то ему привозила. На его деньги что-то покупала. То ли лекарства, то ли там еще, по-моему, шприцы. Ну и на свои деньги покупала ему там что-то покушать. Тоже не помню. Вот здесь поликлиника находится. Ну, я еще сюда приеду. Записалась еще к одному врачу. Семашко. И вот наше советское здравоохранение очень многое с него взяли другие страны. Лучшее в мире было здравоохранение. Ну, видите, варьё, которое пришло власти после развала Союза. Им же Минздравы эти не нужны, им же надо частное здравоохранение, частную медицину продвигать. Поэтому в Ялте ФМБА внедрили вместо Минздрава. Это вообще частная лавочка. Даже вешали на двери поликлиники цены. Вы представляете, цены всяких там услуг. Это поликлиники на Тольятти. Я была просто ошарашена. И все люди были настолько возмущены, что эти цены убрали.
Какая чудесная погода. И совсем не так холодно, как я думала. Я очень тепло оделась. Где-то мне сказали, здесь есть столовая. Я сейчас буду искать. А вон оно, кафе-столовая. Ой, вот кафе «Катюша». Вкусная еда. Ой, какая там вкусная. Колбаса вообще не натуральная, а стоит 55 рублей. И я, конечно, пожалела, что взяла комплексный обед. Эта колбаса у меня будет в желудке стоять полдня. Но я ее даже и не доела. Но не натуральная она. Ой, вообще бы я не стала, попробовала. Ну, денег жалко потраченных. Ну, суп нормальный, гороховый. Супу хорошо поела с гренками. Чай вкусный, малиновый. Ну, гречка, она есть гречка. Такая безвкусная. Так, что я еще там ела? Гречка, да, салат. Салат и свежей капусты надо было хотя бы попросить из кислой. Мне только что врач и гастроэнтеролог сказала, свежие фрукты не есть и овощи не есть. А я вот взяла и... Ну, я, правда, немного его поела, остальное с собой взяла. Жалко им оставлять. Дома в какой-нибудь суп положу капусточку. Так. Куйбышевская площадь. Там рынок. Ой, как я соскучилась по Симферополю, товарищ. Вы даже не представляете, как я редко стала куда-то ездить. Раньше просто так ездила. Изучала все, изучала Крым. Даже немного здесь, несколько экскурсий проводила. Ой. А сейчас только по необходимости езжу. Вот в поликлинику, в суд. Видите, какие у меня сейчас? Поликлиника да суд. И в Ялте то же самое. Сейчас вот хочу погулять я, конечно. Ну, наверное, я начну гулять со своего привычного маршрута ЖД вокзала. Доеду сейчас на троллейбусе. Я там хорошо маршрут знаю. А здесь идти неизвестно, по какой улице и куда придешь, и что там находится, неинтересно. В общем, буду гулять, гулять, гулять до самого вечера. Погода прекрасная. При Украине вот здесь находилось Министерство по туризму. А сейчас, и сейчас оно, где раньше был облпотребсоюз, или тут как... Не обл, а в общем, где потребкооперация крымская. Сейчас там Министерство по туризму при России, там сейчас. Ой. Заносит. Куйбышевский рынок. Я иду по улице Киевской. Вот так вот все тянется, эта улица Киевская. CFC. Что-то, по-моему, это иностранная фирма. Там курицы жареные.
маленькие такие части куриные, жареные продают. Я ела в Москве. А тут написано Crimean Fried Chicken. Крымская жареная, жареный цыпленок. Ну, конечно, это не крымский. Вот видите, это у них называется импортозамещение. Они берут название иностранное какой-нибудь фирмы, расшифровывают совсем по-другому. В Ялте тоже есть такое. Ой, какая чудная погода, товарищи. Чудесная. Я очень люблю старинные дома. В Симферополе их много сохранилось. В Москве, к сожалению, всю старую Москву снесли. Практически всю. Двухэтажную. Фу. Погуляю хоть сегодня. Без заботинки. Вы представляете, сейчас ехала я на троллейбусе от площади Куйбышева до вот даже до вокзала, и один пенсионер мне сказал, что можно бесплатно пенсионерам ездить. Вы представляете, от Симферополя до Алушты бесплатно. Сейчас я спросила в кассе, да, по пенсионному, по карточке банковской, которая у нас льготная, транспортная. А у меня всегда с собой все эти документы. Представляете, бесплатно до Алушты. Доеду до Алушты бесплатно, а от Алушты до Ялты там узнаю, можно, нет. Или узнаю здесь в кассе, наверное, знают. Вот представляете? А я такие деньги трачу. 229 рублей туда и обратно. 500 рублей, как не бывало. Можно бесплатно. Или за полцены. И почему я этого раньше не знала? Да. Надо будет Ларисе сказать. Она любит везде ездить. Лариса Коршунова. Ну все, я сейчас пойду гулять. Вот здесь очень хорошая столовая. Квартал. Мне очень понравилось. Ну, все дорого. По нашим пенсиям все дорого. Ну, немножко чего-нибудь купить. Один, два манты. Ну, уже поешь. Ой, ну мне эта колбаса до сих пор в горле стоит. Да чего я терпеть не могу эту колбасу? На кой черт я ее взяла? Ну, котлеты там 100 рублей. 100 с лишним. Пицца такая же, как у нас в Ялте. Купила бусики. Ну, искусственный жемчуг. Под браслет, который мне подарила Наташенька, соседка Ланка. Точно-точно такие же бусы. В Ялте они стоят 400 рублей, а здесь 200. Красота. Не зря сегодня я приехала. Сэкономила 200 рублей. Ой, хочу вот там вот погулять. Там здорово сделали. Вот этот сквер. Как туда зайти, не вижу, где там вход. Очень красиво сквер сделали.
Да, очень тепло. Я как с севера приехала. Наверное, на меня смотрят и думают, откуда это четко приехала. Да, 70 лет, товарищи. Никак мне не верится, что мне 70 лет. Вообще не понимаю, как такое может быть. Сегодня сидела в очереди. Передо мной такие древние бабки пришли к гастроэнтерологу. Но настолько древние, уже еле шевелятся. Я думаю, вообще в таком возрасте ходить по больнице, мне кажется, даже уже смысла нет. Одна еле шевелилась, и ей тоже 70 лет. Я чуть в обморок не упала. Вся горбатая. Прости, Господи, меня, конечно. Почему люди так хотят стариться? У меня такое впечатление, что многие достигают тот или иной возраст, начинают себя вести, как якобы положено в этом возрасте себя вести. Не знаю, я вообще не чувствую никакой старости. Только давление, правда, повышается. Соседи сверху там, гоп-компания живет. Каждые выходные они там устраивают. Не знаю что, но невозможно. Музыку на всю катушку включают. Боже, Господь, Бог не может их наказать. Сколько я с ними буду судиться, не знаю. Но судиться буду до конца. Вот здесь медицинская академия. Вот из разных стран здесь учатся. Чудный-чудный день. И совсем не жарко, не холодно. Зря я так, конечно, оделась по-зимнему. Ужас. Как на Айпетре собралась. Зимний день. Надо, конечно, на Айпетре съездить. Все планирую на проводы зимы, на масленицу. Но все что-то мешает. Может, когда-нибудь и съезжу. Вот это медицинская академия. Девчонки. Сейчас все входит в Крымский университет. И медицинская академия, и все институты. ТНУ, Таврический национальный университет. Эти иностранцы, наверное, деньги платят за обучение. В Украине много здесь училось иностранцев. Сейчас тоже. Да они что, ездят на таких. Ой, как красиво зелень. Какая красота. Хороший скверик сделали. Молодцы. Прекрасный сквер. С советских времен он был. Ну, вот это уже первая его реконструкция после советского времени. Хотя и советский сквер мне так нравился. Это островок был советского периода. Понимаете, ходила я по этому скверу и вспоминала нашу советскую жизнь. Да, ничего от нее не осталось, но сквер хорошо сделали. Фух, пойду, наверное, посижу.
Московеточник посадили. Туя. Видите, здесь снег уже тает. Прекрасный сквер. Конечно, мне жаль того сквера, советского, вы не представляете, как я скучаю по тому времени. Наверное, все советские люди скучают. Мы в этом сквере сидели с Лайлом в 2009 году, когда я его провожала, и разговаривали с одной женщиной, молодая женщина, и она оказалась из деревни Самусиевка Кременчугского района, по-моему, Полтавской области, не, врать не буду. Или Кременчугская область. В общем, деревня Самусиевка. Там жила, сейчас, наверное, она умерла, подруга моей матери Уварова. Вы представляете, это подруга. Она с ней училась в педучилище вместе. И в войну вместе работала в школе во время войны. И вот она уехала туда, в Украину. Вот в 2009 году мы с женщиной с этой разговаривали, она прекрасно ее знает. Я просила, чтобы передавала она привет от меня. Моя мать с ней очень долго переписывалась. Умерла моя мать в 2003 году. Может быть, это Уварова еще была жива в 2009 году. Ну, вот такая вот встреча. Но сейчас там война. И где там, кто не знает. Рита Шахматова. Она замужем за украинцем. У них там хороший коттедж. Тоже не знаю. Где они и что с ними? Она очень довольна была браком, Рита. Она хозяйственная. Муж у нее тоже очень хозяйственный, украинец. И где и кто сейчас? Да, девчонка идет в военной форме. Молодости вообще ума нету, товарищи. Вот вобьют нам в голову эту романтику, эту военную форму поносить. Понимаете, это никому совершенно не надо. Надо жить мирно и не романтизировать войну и военную историю, и гибель людей, все это. От дебилизма исходит. Происходит. Да, мне жарко в моей одежде. Воздух здесь чище, чем в Ялте. Наверное, от снега свежесть идет. Потом ветер, здесь же нет гор, ветерок свежий. Машины есть, конечно, но у нас Ялта в таком котловане находится. Воздух застаивается, а здесь ветер. Воздух гораздо лучше, очень свежий, чистый воздух. Вы посмотрите, как вся усажена, весь сквер усажен плосковеточником. Весь сквер густо усажен. Красота. А у нас несчастные две улицы, даже одна она считается, с одной стороны Московская, с другой Киевская. И ту не могут засадить лавровишни, утоптанные газоны. Ну, здесь нормально, засадили. А здесь какую поставили колоннаду. Да, давно я здесь не была. Здесь была какая-то трансформаторная будка. С
все тает, как в Сибири весной. Здесь завод был. Улица Павленко. Там госжилинспекция. Вон приличка. Там дальше Верховный суд Республики Крым, от которого толку ноль. Просто ноль. Они апелляционные жалобы в 99 случаях не удовлетворяют. Зачем они нужны, не знаю. Так. Как бы мне туда пройти? Наверное, я вам там перейду. Вот Павергова. С Павленко на Карла Маркса. Посмотрю, что здесь изменилось. Кошмар. 911 и женщина в нижнем белье. Ночной клуб. Night club. Да, не стесняются. Здесь, наверное, какой-то военный гарнизон. Солдата спрашиваю, а он что-то там промямлил, боже. Редко здесь бываю, конечно, все забывается. Где и что расположено. КПП, КПП Екатерининская, 62. А, это значит, улица Карла Маркса уже назвали Екатерининская. Вот так вот быстро все переименовывают. И напротив военного гарнизона ночной клуб с услугами. Понятно, какими. Все продумано. Вот я свернула в переулок, какой-то переулок, даже не посмотрела. Здесь художественный музей. На Карла Липкнехта. Давно я здесь не была. Один раз была. Потому что некогда ходить по музею. Но один раз я во всех музеях здесь была. Карла Липкнехта. Старинная улочка. Там Карла Маркс, это Карла Липкнехта. Ну, ее Долгоруковская обозвали при России. Ну, раз я свернула на Карла Липкнехта, то пойду по этой улице. В этом доме в период времен оккупации Крыма немецким фашистским захватчиком в 1941-1944 годах находился подпольный городской комитет ВКПБ. Ну, где он тут находился? Наверное, в квартире где-то у кого-то. Вот люблю старину, но что поделаешь. Люблю ходить старыми улочками. Вы знаете, как обезобразили старинный дом. Наверняка он был одноэтажным. Надстроили второй этаж. Кошмар. А здесь что? Больница какая-то. Педиатрическое отделение.
дневного пребывания в стационаре. Это детская, наверное, больница. Там тоже надстроили. Ну, ничего хорошего, я считаю. Аутентичные эти здания должны оставаться. Их можно только реставрировать. Так. Да, это городская детская клиническая больница. Ремонт надо делать. Но, видите, они на войну деньги тратят. Сумасшедшие. Умные люди. Для людей, для живых, делали бы все возможное, чтобы они как можно дольше жили, лечились, учились. А видите, сейчас власть делает все для того, чтобы как можно больше этот свет отправить. Не зря поговорка есть: не масками, так касками. Не маски, так каски. От ковида, видимо, мало умерло. Ой, Господи, не хочу даже вот говорить, настроение портить. Как в сумасшедшем доме. Начинаешь об этом думать и понимаешь, что это сумасшествие натуральное. Столько земли у нас, столько земли в России пустует. Ой. Здесь люди живут. Тут новодел какой-то. А может быть, из старого здания сделано кафе. Ну-ка, зайду я, чайку попью чем-нибудь сладеньким. Красивая кафешечка. Вон там, вот высокое здание недостроенное, там был такой маленький детский театр. Такое было маленькое уютное здание. Советское, но такого стиля. Ну, как будто оно до революции было построено. С колоннами. Сейчас вот это чудище стоит недостроенное. Денег им не хватило. Наверное, потому что кучу денег дали взятку. Дали взятку аренде Новосельской министру культуры, который сидит в тюрьме. Чего он-то их не сдаст всех? Вы знаете, какой ужас построили? Ужас! Вообще не вписывается никуда. Уютное, чудесное было здание. Как людям? Люди против были вот этого убожества. Так оно и стоит, то божество. Если бы мы показали, что мы с тобой написали, если бы он показал. Я продолжаю идти по Карла Маркса. Так, я шла по Карла Либхнехта. А, я перешла, да. Я перешла. Здесь в 1901 году была первая политическая демонстрация. Перед Барсельезу. Шли по улице Карла Маркса и по Салгирной, улице Кирова. Карла Маркса, Долгоруковская. Нет, Екатерининская. Карла Маркса, Екатерининская. Это Екатерининская. А Карла Либхнехта, Долгоруковская.
Видите, как приятно по старому городу идти. Какая красота. Двухэтажные дома, очень уютные. На каждом шагу кафе. Тут магазин какой красивый. Очень красивые магазинчики. Вот. Прогулочная улица. Прекрасно. Начиная вот отсюда. Посмотрите, выложена вся плиточкой. Изумительно. У нас улицу Чехова тоже надо прогулочно сделать. Но почему не делают? Удивительно. Смотри, как здорово. Но все-таки Симферополь – столица Крыма. Крути-верти. Как крути-верти. Видите, как красиво. Вот здесь по вечерам молодежь наверняка собирается. У нас на набережной все происходит. А здесь, наверное, вот. Здесь Карла Маркса. Очень приятно ходить по таким прогулочным улицам. Очень приятно. А тут что? Боже мой, что вы тут застроили? Да, я эту фреску не помню, видела или нет. Может быть, и видела, а может и нет. Я давно не была в Симферополе. Вот эта улица у них уже давно, прогулочная улица Пушкина. Смотрите, какие красивые дома, какой красивый дом. Тоже кафе оформлено красиво. Прекрасная прогулочная улица, пешеходная. А тут что? Тут, наверное, реставрация идет. Так, я, наверное, поверну в ту сторону. Правда, там против солнца ничего не видно. Так, мне очень нравится улица Пушкина, но там сейчас я пойду против солнца, ничего не видно и не снять. Поэтому я вот по этой улице Карла Маркса пойду. Видите, какая красота. Шикарные дома, шикарные магазины. Да, у нас гулять в Ялте негде, кроме набережной. Это очень интересно. Можно было улицу Чехова сделать прогулочную. Приятно было пройтись. Видите, как красиво оформлено дерево. И везде, везде, везде кафе. Очень красивое кафе.
Вот он, CFC. Раймен Фрайд Чикен. Как мне нравится эта улица. Жаль, конечно, что вот наводила много. Можно было меньше этого наводила. Старинное здание. Понятно, что нужны витрины. Но витрины не должны портить стиль здания. Вон там их не портит. Вот такие витрины старинные. Арочного такого формы арочного. А здесь вообще плиткой искусственной залепили первый этаж. Тихий ужас. Такой ужас. Такая дисгармония, так дешево смотрится. Ну не видишь, что ли, художники, а? Посмотрите, архитекторы. Посмотрите, как вверху, какой стиль. Ампир там или что-то, не знаю, как назвать. И что внизу? У них совсем никакого вкуса нет и никакого понятия, что все должно выдержать. Весь, все здание должно быть выдержано в одном стиле. Ну, это домашнее здание. А это что? Магазин. Еще какая-то кафешка. А там мороженое. Деревья, как в кронах, красиво оформлены. Здесь парк Гагарина. Есть декоративные яблони розовые, с розовыми цветочками, обалденные, очень красивые. У нас в Ялте их почти нет. Там торговый центр. Забыла название. Таир, что ли? На этом смартфоне у меня заканчивается уже заряд. 9% осталось. Вот площадь Ленина. Там совет министров. Здесь слева театр. А сейчас я пойду обратно до Советской площади, потом по Розе Люксембург и на ЖД вокзал. Да, Ялта по сравнению с Симферополем, конечно, город очень скучный. У нас народу немного, улиц мало, надоедают по одним и тем же ходить. Просто надоедают, потому что все надоедает. Так человек устроен. Человеку постоянно нужны новые впечатления. Универмаг. Ну, сегодня я не зря съездила. Не зря.
Бусики дешевые прикупила, которые бы в Ялте дороже были в два раза. Вот узнала, что можно, оказывается, бесплатно ездить. Чуть я раньше об этом не узнала. Ну ничего страшного. Я сюда приехала при Украине. И вот было такое чувство, что ты находишься чуть ли не как за границей. Ну, нельзя сказать, что вот прямо совсем как за границей. Но все равно жизнь отличалась от российской. И отличалась в лучшую сторону, товарищи. Вот надо это признать. Я имею в виду взаимоотношения с людьми, между людьми. Совершенно другие были. Взаимоотношения с властью тоже были другие. Все знают, наверное, но я напомню. При Украине у нас не было никакой охраны нигде. Сейчас мы как в концлагере в каком-то. При Украине любой житель Ялты, абсолютно любой, мог прийти в четверг утром на аппаратное совещание. Никто бы его не выгнал. Понимаете, любой. А сейчас Павленко никого не пускает. Вот ходит на эти аппаратные совещания Сидоренко. И то только потому, что он помощник депутата. Все. Что там, о чем говорят? Не слышать мы не можем, ни вопросы задать, ничего. Ну, правда, она начала онлайн общение с жителями Павленко. Это, конечно, очень хорошо. И смотрится это, конечно, очень прогрессивно. Это кто-то надоумил ее. Был бы толк только от этого общения. А так это очень хорошо. Она постоянно общается с жителями Ялты. Во всяком случае, вот в последнее время начала. Это замечательно. Я пока нигде не видела, чтобы вот так вот мэр на связи был. Ну, был бы толк. Потому что, возможно, все это может обратиться пылью в глаза, понимаете? Ну, посмотрим, поживем, увидим. Здесь магазин «Океан» был огромный. Аксенов его приватизировал и сдает. И сдает в аренду. Скверик был, а что сейчас, сами видите, целый стоянку строили. Я подхожу к площади Советской. Там кинотеатр 50-х годов. Очень такая характерная постройка сталинского времени. Там тоже какой-то бизнес-центр. Как-то мне не нравится, как они смотрятся. Этот еще ладно. Рекламу просто надо порядок провести. Он советское здание. А там мне не нравится. На тюрьму похоже. Какой-то темный. Вот
Советская площадь. Вот там здание желтое, оно с той стороны красивое. Черноморнефтегаз, что ли? Что-то такое. Я, конечно, по многим улицам здесь пешком прошла. Вот шла по этой улице, по той, там памятник Екатерине II поставили. А сейчас, конечно, мне некогда ходить. Я Ялту-то не всю обошла. А некогда, товарищи. Россия принесла такое нарушение прав человека, что из судов не вылезают. А без адвоката приходится самой все писать, все изучать. Это огромный труд. И некогда даже прогуляться, даже не по всем ялтинским улицам прошла. Конечно, по большинству прошла так. Не знаю, по какой стране мне лучше идти. Но не по всем. Хочется Ялту обойти пешком. Ну, видите, здесь тоже вечно зеленые есть растения. Тис ягодный, вечно зеленый. Хотя здесь холоднее, видите, тоже лавровишня вечно зеленая, юбка. Ну, я уже показывала плосковеточник или туя. Поэтому Симферополь очень даже хороший город. Моря только нет. Ну, я купаюсь мало, таким, как я, в общем-то, и море по колено. Дебенко, Павел. Вот это революционеры, которые сбросили власть. Ну, было уже временное правительство, правда. Но и царя они сбросили. Именно такие революционеры. Да, но все знают, это муж Александры Калантай. Тоже выдающаяся женщина. Я люблю ярких личностей. Понимаете, они такой след оставляют в жизни, в истории страны. И на нас впечатление производит большое. И Александр Калантай, и Дыбенко, и Желябов, и Софья Перовская. А сейчас? Да, и тогда, конечно, их угнетали, репрессировали и вешали. А сейчас то же самое. Конечно, вот этот Пригожин, он человек со знаком минус, однозначно. Это уголовник и вообще бандюган. Но все-таки он как-то... Если не взорвал, он не смог взорвать наше общество застойное и что-то совершить, к сожалению. Но он войдет в историю как один из ярких личностей благодаря вот этому мятежу. Но, к сожалению, не пошел он до конца. А ведь надо было идти до конца, я считаю, потому что неужели он не понимал, в любом случае его бы убили, что так, что эдак. Но он бы оставил уже другой след. Там почта. Вот, товарищи, где начинается улица Пушкина. Вот Пушкина номер 2. Вот она где начинается. Пешеходная улица. Самая главная пешеходная улица. А это почта, главпочтамт. Мне очень нравится это здание. Там столовая была, называлась СССР. Это при Украине она была. Прекрасная столовая, я всегда там обедала. Дешево было и хорошее, качественное.
блюда. В общем, они, наверное, старались, как в СССР. Цветы, магазин. Как-то дешево смотрится это. Пластмасса вот эта. Тут какой-то тоже бизнес-центр. Вот что. В этом красивом здании до революции был банк, и сейчас банк. Здание очень красивое. Вот смотрите. Солидное такое. Красивое здание. Я уже снимала вообще-то Симферополь. Наверное, несколько раз. Это он меняется. Меняется и меняется. Ну, не всегда в лучшую сторону, но меняется. Посмотрите, какой балкон. Это все старое здание. Старинное. Ну, царских времен. Красивое. Так, значит, мы снова, видите, когда я вышла, там Госсовет, здесь храм, а я иду по улице Розы, Люксембург, иду я до ЖД вокзала, там гостиница. Гостиница дорогая. Я не знаю, как она сейчас называется. Она, по-моему, называлась Украина. А здесь, смотрите-ка, просветительский молодежный центр. Соборная трапезная. Да. Ну, какой просветительский центр, сами понимаете. Православие учит. Вот мы все, абсолютно все, продукт манипуляции, продукт пропаганды. Абсолютно все. С детства нас пичкают разными знаниями, которые переходят в убеждения, которые запечатлеваются у нас в подсознании, а руководит поведением человека именно подсознание, товарищи. Запомните это на всю жизнь, не сознание. Потом уже головой думаешь, а почему я так сделал, а не это? А потому что в подсознании что вбили с детства, вот то и делаем. А потом опомнишься, думаешь, боже, и зачем я это сделала? Вот Долгоруковский шпиль. Вот это самый центр. Это самый-самый центр Симферополя. Здесь очень много улочек и улиц интересных, старинных. Но за несколько часов я, конечно, их не обойду. Так, я из больницы вышла в час. Колледж экономико-правовой. Вышла в час. Потом зашла в столовку, пока доехала до ЖД вокзала. Может, в 2 часа я начала
свой поход. Вы посмотрите, какое безобразие. И никто ничего не делает. Директор этого колледжа вообще что делает? Ну это ужас, это ужас. В тюрьму надо посадить за такое вот содержание такого старинного здания. Боже, я очки не взяла. Отсюда я не вижу, что там в этом здании находится. Здесь тоже старина. Смотрите, какая. Вот я загружаю эти видео, они минимум час, все вот свои эти прогулки, и не вырезаю ничего, товарищи. Во-первых, времени нет снова просматривать этот час и вырезать. Нету времени. Раньше я вырезала, сидела часами, понимаете? А сейчас у меня нет такого времени. Я сразу все склеиваю. Все эпизоды и загружаю, и то на это уходит очень много времени, потому что у меня слабый ноутбук, управление Федеральной службы войск Национальной гвардии. Боже, это что, Росгвардия здесь находится на этой улице Роза Люксембург. Все это старые здания. Я все это изучала, знала, кому каждое здание принадлежало, что здесь было раньше, что сейчас. И, конечно, все забывается. А повторять некогда, рассматривать свои экскурсии некогда. Здесь был походный дворец Екатерины II, вот на этом месте. Железнодорожный техникум. Очень долго был железнодорожный техникум, пока не пришла Россия. Как пришла Россия, так этих несчастных студентов куда-то выгнали, но неизвестно куда. Тут в центре города все-таки очень далеко их куда-то выгнали. И сейчас здесь уже не железнодорожный техникум. Сейчас я посмотрю, что там. Я забыла. Улица Желябова. Это сподвижник, соратник Софьи Львовны Перовской. Я считаю, что такие люди должны быть увековечены. Потому что царизм больше никак не сбросить. И надо должное отдавать таким людям, которые на это работали и жизнь свою положили. Их задавили, казнили. Желябова и Перовскую. Да, а во время Крымской войны в этом здании находился госпиталь. Крымская война была, как вы знаете, в конце 19 века. Что сейчас тут? Управление по защите прав детей. Да какое к черту защита прав детей, если детей отсюда выгнали? Здесь был железнодорожный техникум, и их куда-то далеко-далеко перевели. Это уже говорит о том, что никакие права детей вы не защищаете.
Вы их только нарушаете. Какие права детей? Дети сейчас остаются без родителей. А я забыла, сколько миллионов семей, сколько детей живет в малообеспеченных семьях, товарищи. То есть голодают. Просто голодают. Вы представляете? Я тут шла, ну когда, несколько дней назад, ходила в эту фашистскую организацию ФССП Ялты Новолевского и шла обратно, смотрю, ребенок плачет. Года 3, наверное, ребенку. Стояли на остановке с матерью, и он плачет, плачет, плачет. Так его жалко стало. Я купила вкусную очень палочка сырная за 50 рублей. В это время было обеденное. Ребенок и кушать хочет, и ребенок хочет спать наверняка. А мать такая замученная, молодая женщина, 30 с чем-то, наверное. Социальный фонд России. Сейчас же пенсионный фонд и социальный фонд – это одно и то же. Вот. И как, я попросила, чтобы подогрели эту сырную палочку. Она очень вкусная. Правда, там у них свечи, печка плохо очень грела, но все равно чуть-чуть подогрели. И когда подала этому малышу эту палочку, он ее с такой жадностью начал кушать. Конечно, он уже не стал плакать. Боже, как мучаются дети. С такой жадностью начал кушать. Видимо, он плакал от того, что есть хочет и спать хочет. Время было, ну, где-то обед. Может быть, не помню сколько. Вот. И они стояли, ждали маршрутку. Выселяются с маленьким ребенком. Ездить в этих тесных, вонючих маршрутках. Да дай-то Бог вот этим руководителям города Ялты всю жизнь ездить в этих маршрутках. Всю жизнь, чтобы они до тошноты надоели. А тут с маленьким ребенком ехать неизвестно куда. Я жалею, что я не дала этой женщине свою визитку. Я бы могла чем-то помочь, с ребенком посидеть. Может, ей когда-то надо было бы. Понимаете, всегда хочется чем-то помочь этим несчастным мамашам, которым надо и работать, и детей кормить. Она настолько замучена, видимо, была. У нее такой вид был отрешенный. Вот он плачет, 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 плачет. Она даже на него не реагирует. А мне сказала, да он плачет. Хочет на маршрутке ехать. Что маршрутка ушла, мы не сели. Да не поэтому он плачет. Он замученный тоже этими маршрутками. Голодный. Я никогда не забуду, как он схватил эту палочку и начал кушать. С такой жадностью. Дай Бог ему здоровья и всего хорошего. И мамаша его, и ему тоже. Ой, ужас. Как тяжело живет народ. А варью деньги некуда девать. Вместо того, чтобы помогать вот семьям с детьми. Вместо того, чтобы сделать бесплатное питание и в школах, и детские сады сделать бесплатно. Понимаете? Нет. Ну что мне понравилось, здесь нормальные светофоры. Можно спокойно перейти. У нас в Ялте сумасшедший дом. Пока переходишь один светофор, несколько шагов ступишь, вот возле октября. Опять стоишь целую минуту. Не могут так сделать, чтобы человек
перешел один светофор и сразу же включать зеленый светофор. Там буквально через несколько шагов. И они в раз все включают и в раз отключают. Ну все по-дурацки сделано. Я иду все по Розе Люксембурга. Здесь какая-то больница. Сейчас почитаю. По-моему, Кожвендиспансер, да. Кожвендиспансер. Ой. Наверное, самая заразная. Не люди руководят нашей страной, не люди. Потому что спокойно жить, зная прекрасно, как мучаются люди, особенно дети, в нищих семьях, это надо быть зверем, натуральным зверем. Я всегда хоть чем-то угощаю, если у меня что-то есть с собой, или печенюшки, или покупаю. Обязательно детей угощаю, если такая ситуация, что надо ребенка успокоить чем-то. Последнее, можно сказать, отдаю и отдавала бы, если бы у меня было больше. А люди, которые украли у нас всю страну украли, сверхдержаву. Жиру бесится. Вот, знаете, настолько возмущена, слов нет, просто нет слов. Так, а здесь психбольница. Ну, все вместе тут, и кожвен, и псих. Самые позорные, я считаю, больницы. Не больница, конечно, а болезнь. Товарищи, посмотрите, что здесь написано. Срочная кремация, что ли? Да, я без очков, но я прочитала. Срочная кремация. До чего мы дожили? У нас земли не хватает схоронить. Ужас. Ну, это позорище. Ой, Господи. Вся земля нужна для того, чтобы варьё еще богаче стало, чтобы все застроить доходными домами, гостиницами. Под кладбище нет денег. А тут еще позорная болезнь. СПИД. Центр борьбы со СПИДом. Ну, смотрите, как подреставрировали. И это хорошо. Подкрасили. Серым и розовым. Вон там художественный музей, к которому я подходила. На улице Карла Липкнехта. Она в середине. А здесь налоговая служба. При Украине тоже здесь была налоговая. Я здесь получала ЕНН украинский. А здесь арбитражный суд. Республики Крым. Рядом с налоговой.
Все, товарищи, моя прогулка заканчивается. Я дошла снова до улицы Павленко. Я сейчас снова пойду вдоль бульвара. По бульвару Ленина. Вдоль сквера. И на троллейбусную станцию. Вот так вот. Ну, сколько я гуляю? Долго гуляю, наверное, время сейчас. Может, 5, может, 6 часов. Вот какая хинкальная. Старик Хинкалыч. Очень даже приятная на вид. Это здание 1905 года. Конструктивизм. Историческое здание. Ну, как пример архитектуры. Справа госжилинспекция, вон там крылечко. А тут сделали ни к селу, ни к городу вот эту пятиэтажку. Я бы не хотела жить вот в этой пятиэтажке. Хотя я люблю эти советские крыльчатки. Они очень теплые. И уютные, но маленькие, но они же уютные, теплые. Представляете, на таком углу, где столько транспорта, ужас. Чем они там несчастные дышат? Вот иду я по бульвару Ленина. Вы посмотрите, какая скульптура из черных пакетов. Как она современно звучит. Это какой-то динозавр из черных пакетов. Прямо на злобу дня. Я всегда захожу в эту столовую. Очень нравится. Но я пиццу только поела. Чай у меня с собой, 75 рублей. Пицца. Там очень приятно сидеть. Рядом вокзал. Смотрите, какая красивая елка. Обалдеть. Золотая. Очень красивая. Изумительная елка. По скверу прогуляла. Все. Топаю на троллейбусную станцию. Да, товарищи, это правда. Пенсионеры могут бесплатно ездить в Симферополь, Лужду. Вот обязательно такую карточку льготную надо иметь. Она у меня уже давным-давно. Вот. Как только нам велели их оформить, я сразу же оформила. Ну и банковскую, эту РНКБшную. И все. И больше ничего не надо. А того, что я узнаю там, если есть Алушта, Ялта, троллейбусы, то там тоже бесплатно проеду. Раньше были, потом их отменяли, а сейчас не знаю, есть или нет.